Здравствуйте, меня зовут Ляйля, я являюсь мамой троих детей, и мы являемся клиентами компании BioGroup с 2014 года. Это мы приобрели нашу третью квартиру уже в ЖК Capital Park, и нам очень нравится компания BioGroup в первую очередь тем, что это очень стабильная и надежная компания. То есть, покупая квартиру в компании BioGroup, то есть ты можешь 100% быть уверен, что квартира будет сдана в срок, что ты получишь качественное жилье от застройщика, что у тебя будет красивые дома, красивая квартира, шикарный вид из окна. Это очень комфортно для проживания именно вот с детьми. Мы очень ценим то, что компания BioGroup очень внимательна к своим жильцам. И, допустим, есть BI-сервис, то есть при любой какой-то проблеме очень оперативно все это решается. Также нам очень нравятся наши дворы в жилых комплексах, то, что очень такие закрытые, безопасные, везде видеокамеры, то есть никогда посторонний к нам не зайдет. И очень комфортно, то есть велосипедные стоянки, колясочные. Допустим, в этом жилом комплексе у нас также есть комната отдыха, где можно провести свое свободное время. Жилой комплекс Capital Park мы выбрали в первую очередь из-за месторасположения. То есть у нас прямо через дорогу президентский парк. Это, я считаю, такой эко-район нашего города. Здесь свежий воздух, настоящий парк. То есть не такой, что там кустики, а здесь настоящий натуральный парк, деревья. Вот мы часто приходили до этой семьи здесь гулять. Летом здесь набережная, очень красивый вид. И когда мы узнали, что здесь строится вот жилой комплекс, то есть не раздумывая, я в тот же день супругу сказала, давай, говорю, рассмотрим этот вариант. И впоследствии очень нам понравился дизайн, то есть планировки квартиры здесь очень хорошие, то есть стильные подъезды, и вот мы сразу, то есть, получается, приобрели здесь именно вот из-за парка, в первую очередь. Да, мы очень довольны, вот мы, получается, вчера первый раз сюда пришла, посмотрела, пришла в полный восторг. То есть здесь настолько все соответствует проекту, детям очень понравилась площадка, и вот то, что здесь впоследствии здесь будет очень большой комплекс, то есть нам сказали по размеру, это как ботанический сад будет, здесь очень планируется большой бульвар, беговые дорожки, здесь вот озеро, вот мы смотрели вчера озеро, там детям понравилось, что утки плавают, и здесь как бы очень классно будет, холмы вот это, то есть в дальнейшем нам нужно будет просто пойти, захотел, пошел в парк, погулял, захотел, пошел там по бульвару. Также здесь нам очень нравится, что здесь будет 4 школы, 2 детских сада. То есть у нас, получается, дошкольники дети, и нам это крайне важно тоже.